Привет, друзья! Новая система ПВО «Панцирь СМДЕ» была представлена в России. В отличие от известного ЗРПК «Панцирь», 37-мм автоматические пушки теперь убрали. ЗРК «Панцирь СМДЕ» является средством ПВО малой дальности. Теперь он ориентирован и на борьбу с БПЛА, включая массированные налеты. ЗРК «Панцирь СМДЕ» показали в виде отдельного боевого модуля. Его можно ставить на различные шасси или стационарные объекты. ЗРК «Панцирь» состоит из обзорного радара, многофункциональной фазированной РЛС и электронно-оптической системы. ЗРК может фиксировать цели с эффективной площадью рассеяния менее 1 квадратного метра на дальности до 40 км. При этом сопровождать до 40 целей. Фиксирует ли он полноценно FPV-дроны, неизвестно. ЗРК «Панцирь СМДЕ» оснащен двумя типами ракет. Ракеты 57Э6Е с радиокомандной системой управления. Дальность поражения цели от 1200 до 20 000 метров. Высота поражения цели от 15 метров до 15 километров. Вероятность попадания в цель от 0,7 до 0,9. И мини-ракеты ТКБ-1055, предназначенные для перехвата дронов. Четыре ракеты этого типа могут ставиться в контейнер ТКБ-1056. Ракета ТКБ-1055 может поражать цели на дальности от 500 до 7 000 метров и высоте от 15 до 5 000 метров. ЗРК «Панцирь СМДЕ» может комплектоваться комбинированно 12 ракетами 57Э6Е или 48 ракетами ТКБ-1055. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.